Пожалуйста. Да, собственно, вопросов нет. Сначала, значит, поживу, ознакомлюсь. Угу. Вот. Потом будут вопросы. А это я заберу себе, да, с вашего, да, позволения. Пожалуйста, пожалуйста. Ты че? Не солидного ты привез, писатель-то. Как это понять? Как это понять? Ты ботинок на нем видел? Ну? Ну, 15 рублей. Ну что? Мой младший в 8 классе, и то такие ботинки отказывается носить. Не модно. А пиджачок? 27 рублей. Неизвестно какой швейной фабрики. Встречай по одежке, провожай по уму. Да? Не знаю, как мы будем его провожать. Но ничего, кроме неприятностей, у нас от него не будет. Помяни мое слово. У тебя что, факты есть? Да нет, фактов у меня нет. Но я знаю одной. Если человек носит ботинки за 15 рублей, это опасный человек. Чего ты смеешься?